На некоторых из прежних квартир я читал скоростихи или скоростихи. Это стихи, которые все время сочинялись на время. Вот. Еще один из них я откопал. То есть, смысл в том, что задается какая-то, ну, какие-то условия для стихотворения. Например, там либо тема, либо какие-то слова, которые надо в нем упомянуть, либо там размер, либо еще что-то. И вот дается несколько минут, чтобы сочинить. Большинство из них, они были абсолютно не это, как это сказать, неликвидны. В общем, история их не сохранила, но меньшинство сохранило. Снился сон невероятный, я в театре непонятном и загадочном слегка, где в партере вечно пусто, ведь бросают сверху люстры вместо третьего звонка. В первом акте солнце село, на стене ружье висело, лапсердак хранил секрет, а в конце второго акта были слон из тессеракта и сказал, да будет свет. Сразу резко потемнело, примадонна охренела и сбежала в темный лес, а из леса вышел заяц и лапшою притворяясь прямо на уши полез. Вдруг охотник выбегает и закончить предлагает, но не пахнет тут концом. Дым в трубу ползет проворно, а ружье пускает корни и стреляет огурцом. Вот такие нынче драмы, мама Ромы мыла рамы, да и выпала в окно. Тело жидкость вытесняет, впрочем, что я объясняю, не поймете все равно. 15 минут.